À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Всем привет, сегодня с вами опять я, Ник. И у нас сегодня начало грандиозного цветения, как я обещал. Начну я с цветов. Зацвела фасолька. Вот здесь вот бутоны, вон там бутоны. Но здесь они еще распускаются, то есть они и уже отцвели некоторые. В общем, она в активном цветении. Я бы заснял раньше, потому что уже закат и уже не так красиво. Но, в общем, все равно видно. Вот так она выглядит издалека. Она уже ушла под потолок и вон туда пошла. Ну, я не знаю, у нее часть бутонов почему-то высохла, видно, на жаре, потому что здесь выходные меня не было, и видно, она высохла немножко. А бутилон тоже начал распускаться. Вот. Я не знаю, фокус потерялся, но и без разницы. Адениум. Вот он. Растил очередной крупненький листочек. Вот, в общем. И рассада. Ну, рассада, в общем-то, растет. Я ее даже показывать не буду. Бутонится перец. Помидорки вроде бы начали расти опять. Опять тунберги. Вон они какие крупные. Там еще рассада помидоров. Вон. Там вот стоит цимбидиум. Он тоже начал расти. Приятненько. И баобаб. Он стоит опять палочкой. И так и не растет. Но я его вынес на балкон, вдруг он что-то там начнет развивать. Потом там вот вдалеке у нас стреглицы. А и здесь у нас там картошка и кактус, и еще кала эфиопская. Она тоже растет, и у нее новые листья лезут. Мне все же прям такие восхитительные цветы, они прям как. Ну, прям как бабочки. Я извиняюсь, там сзади мой попугай опять решил почирикать. С ванилькой что-то плохо ей, я не знаю почему. Здесь ей станет лучше через какое-то время. Потом, тут лесные кактусы, они всю зиму здесь стоят. Ну, как сказать, всю зиму. Конец зимы и часть весны стояли здесь. Они укореняются и вроде бы укоренились. Потом, там у нас еще немножко лесных кактусов, и здесь растет аморф. Потом здесь у нас стоит огромнейшая опунция. Я ее поправил, ей вроде бы стало лучше. Здесь у нее развиваются почки. Ох, как ее тяжело было снимать, она очень колючая. Если вдруг будете выращивать на балконе кактусы, то лучше, чтобы это была не опунция. Вот мой совет. Потом мы идем сюда. Там, короче, у нас всякая рассада и все такое тоже растет. Но мимоза у меня, походу, вся засохла. Там одна веточка с одним листиком. Так, это эпифилум, самый обыкновенный, с красными цветами. Здесь у нас все тоже растет. Это вот у нас молочай милля. Авокадо все еще ему плохо, и она не растет вообще, в общем-то. Потом здесь вот аморф. Он вроде бы подрастает, но незаметно особо. И кала. Она распускает лист. Он меньше немножко, но он тоже растет и неплохой. Вот так вот. Потом. Я здесь тоже немножко показываю. Здесь вроде бы все растет, но очень медленно. Потом вот что стало с тюльпаном. Он просто засох. И ты сначала засушил бутон, а потом сам засох. А это вот остатки мимозы. Одна просто высохла, я ее выдернул. Блин, так жалко, она. Не было три листочка. То есть. Это такое разочарование. И вот эта вот штука должна теперь зацвести. Обязана. Если она засохнет, то это очень большое разочарование мое. Перцы. Ну, это огонек, а это вот чили. Растет также гранат. И другие кофейные кусты отдельные, которые просто в горшочке стоят вот так. Это все раздаваться будет. Тоже растут.
И еще у нас стоит галаксиния, которая вообще не растет. Ну а на этом все. Всем пока. С вами был Ник.